Вот этот модуль мы сделали для болгарских железнодорожных. Болгарская железнодорожная компания. Они ставят вот это в купе. Вот этот светильник питается директно с 24-вольтовое питание вагонов. Оно есть автоматика внутри, которая, когда напряжение меньше, чем 20 вольт, оно автоматически ходит на 50%, чтобы сбережать батарейки. А когда напряжение меньше, чем 18 вольт, оно выключает освещение, потому что тогда батарейки очень близко к финале, и надо берегать их. А когда напряжение больше, чем 22 вольт, оно автоматически переходит на 100%.